Приветствую всех на своем канале. С вами Елена Смирнова. Кто не подписался, подписываемся на канал. А это видео по нашему инвест-проекту ESI Start Time Ltd. Elite платформа. Значит, я тут видео не делала, некогда мне было. Что я хочу сказать? Скоро вот месяц закончится. Нужно платить страховой взнос. Те, кто в профите, нужно оплатить, конечно, $10 страховку. Я это сделала уже. Я, естественно, в профите. Я очень довольна проектом. У меня от этого проекта голова кругом. Вот я оплатила. Я только не знаю, здесь статистики нет. Я не вижу, где написано, что я оплатила. Вот у меня до конца страховки осталось 44 дня. Ну, часы, минуты. Значит, тут я не заходила с какого, по-моему, с 27-го вроде. Я как сделала вывод последний, так и не заходила в кабинет. Вот сегодня я сделала новый депозит. Вот, открыла сегодня. Ну и бонусный работает у меня. Так, и что я... Так, вывод... Я вот оплачивала, сейчас скажу, какого числа я оплачивала страховку. Вот, а страховку я оплачивала 27 числа. Вот у меня было на счету 56,91. Я поставила на вывод. Потом я отменила заявку. Вот. И уже оплатила $10, и уже 46,91 я поставила на вывод. Денежка, естественно, уже в кошельке. Она уже не в кошельке, она уже на карточке. Вот. Так что такие вот дела. И что еще я хочу сказать по новостям? У нас отменили бонус $10. Сейчас посмотрим новости. Значит. Так, новости. Сейчас я вам прочту. Так, что у нас здесь по новостям? Так, как вы знаете, в соответствии с условиями правил наш подарочный тариф фри стоимостью $10 был предназначен в первую очередь для развития на предстартовом этапе платформы и должен был работать лишь определенное время. Мы быстрее, чем ожидали, выполнили динамический рост участников до запланированных 15 тысяч человек. В связи с этим мы с 25.04 подарочные тарифы фри приостановлены до 1.06. То есть всем, кто регистрируется с 25 и до 1 июня, подарочные тарифы открываться не будут. Для развития платформы в них нет необходимости. Ну, реально, проект бомба. Для всех участников, зарегистрировавшись до 25-го, подарочный тариф фри работает и будет работать 30 дней в соответствии с правилами маркетинга. Все тип-топ. Вот. Так что вот, почитайте здесь новости. Вот такие вот у нас дела. Ну что, проект работает, проект супер, все довольны. Вот я сегодня вот открыла, уже бегом, только освободилась и бегом уже в кабинет. Вот, на этом буду заканчивать. Кому интересно, присоединяемся. Есть чат Skype в чате, есть группа ВКонтакте. Вот. Ну что, на этом все. Всем удачи, больших заработков. Пока-пока.